вкусно, сука. На самом деле бывает же все кони ваши. Совершенно не разобрались в этой истории. Почему они, кстати, говорят про борщ? Потому что пишет таблоид The Sun, что русские очень любят поправлять свое здоровье именно борщом после... Причем это объясняет с научной точки зрения. Там есть витамин С, который похмелье с вас снимет. Тише. А как так получилось даже? Этот шел прямо, этот выезжал. Да уж. Это выезжала.
рассказывает, что он полковник. Он представляется, товарищ полковник. Он товарищ полковник Ковальчук. Но он представляется. Не замечательно? Я приходила. Я приходила, когда маленькая была. Я из школы, когда возвращалась, родители работали, я приходила к бабушке. И там в очередной раз говорит: бабушка, а там вот ребята сказали. Она говорит: и ты говори. А ты тоже говори, ты тоже представляешься, понимаешь? Мне нужно... Человек, который находится в розыске по линии Интерпола. Суть, человек занимался, как, опять же, должен установить и сказать, финальную точку поставить суд. Сейчас идет следствие. Но, еще раз говорю, он входил по подозрению в преступную группу. Ты, блядь, ты слепой, что ли, блядь? Слушай, вообще охуеть. Тихо, ладно, что ты? Человек идет, блядь. Слушай, охереть. Счастье, что жилось. Наверное, баба. Стой, стой. Да нет, поехали. Наверное, баба. Слушай, стой, ты опять творил. Чуть-чуть бы сбил его. Прямо из-под колес выпрыгнул. Реакция хорошая. Слушай, ну это дуреть. Притормозишь? Чё притормозишь? Пьяный. Пьяный? Пьяный? А чё он неадекватный какой? Ты номер его не запомнил? Нет, на регистраторе нам.